Для начала давайте познакомимся. Меня Анна зовут. Луиза. Ирина. Шарен. Ну, тогда пока такие вводные сведения дам по продукции. У нас Мексика, то есть в Мексике больше никого не представлено, насколько я знаю. Это единственный бренд, который есть на российском, европейском, азиатском рынке. Вот. Основана вся продукция на 11 аминокислотах и жирных кислотах омега-6 и омега-9. То есть это очень немаловажен такой фактор, поэтому можно вот прям сразу же вашим клиентам говорить об этих компонентах, поскольку мексиканцы, они вообще не жалеют никаких вот ухаживающих средств. Если вы обратили внимание, вы смотрели вообще продукцию, консистенции, изучали? Ну, нет, не могу сказать, что прям изучали, мы так просмотрели в общем, но... Вот по консистенциям просто вот можете посмотреть, что вот шампуни, например, да, они очень такие густые, очень концентрированные, даже такая гелевидная у них структура, за счет того, что у них основа, именно база, это вот такие компоненты, жирные кислоты, 11 аминокислот и так далее. А в отличие от европейских брендов, которые у них основа больше вода, поэтому водянистая структура уже она такая разбавленная. Поэтому вот эти шампуни, их хватает очень надолго, поскольку во время мытья головы, например, их нужно разбавлять с водой. Да, расход очень маленький, поэтому, например, этот шампунь, он как пол-литра может ассоциироваться именно с другой фирмой итальянской, например. Вот сейчас мы с вами сначала пройдемся по каждой линейке, которая представлена у нас в бренде. Как я уже сказала, краситель мы пока не выставляем у вас. Вот, из серии красителя ColorTech у нас есть два продукта. Платиновый шампунь и платиновая эмульсия. Они тут как уже постфактум год за блондами, за красивыми окрашиваниями, омбре и так далее. Вот эти два продукта, которые у нас здесь стоят. Их можно подавать именно в комплекте. Каким образом? То есть шампунь, он основан на синем пигменте, то есть на пепле. А эмульсия, она основана больше на пепле и перламутре еще. То есть здесь двухшаговая система идет приобретение идеального блонда. То есть вы наносите немного шампунь, его нужно разбавлять обязательно с водой, там концентрация очень большая, там его даже можно немного добавлять в любой шампунь бытовой, который есть у человека, либо взять, например, бамбуковый шампунь, добавить туда платиновый. И получается, что бамбуковая серия, она для жирного волоса подходит. То есть у девушки, у блондинки жирный тип волоса, но блонд, и ей нужно ухаживать за ним. Она немножко добавляет вот этот синий шампунь туда, и у нее получается вот свой идеальный продукт. То есть можно вот таким еще образом шампунь эти продавать. Вот. Шампунь, а эмульсию можно смешивать с масками, с любыми. Либо с водой. То есть эмульсия выступает как кондиционер? Да, именно. А шампунь он не пересушивает? Он как предназначен для частого использования или так? Он универсален, абсолютно универсален, то есть его можно смешивать с водой, если хочется посильнее нейтрализовать желтые оттенки. Если сильная нейтрализация не нужна, вот просто такое добавление нюансов холодных, то можно смешивать с другим шампунем. Вот, но смешивать с водой их обязательно, поскольку концентрация очень высокая. Это нужно тоже объяснять клиентам, но в принципе они очень рады этой новости, поскольку сразу же экономия очень большая получается. Вот. После этого у нас есть серия Infinity Color, это вот от ColorTech, по уходу за окрашенными волосами. Уже обычный шампунь для окрашенных волос, маска и ампула. В чем отличие вот этого конкретно шампуня идет от всех остальных, потому что там очень кислотная среда. То есть идет закрытие кутикулы. Конечно, это ваше, да. Так. Вы себе оставляете. Последнее что-то. Да, нет. Шампунь, вот который Infinity Color, красненький шампунь у вас. Стоит здесь в двух объемах, литровый и 300 миллилитровый. Его отличительная особенность, что у него кислая среда. В связи с этим во время мытья головы идет закрытие кутикулы. Чешуи волоса, поэтому он идеально подходит для завершения процедуры окрашивания. Если вот мастера хотят какой-то завершающий уход, то можно продавать либо этот шампунь в качестве завершающей процедуры окрашивания, либо его для последующего ухода, например, в какие-то жаркие страны человек улетает, ему с собой нужен какой-нибудь шампунь, и как раз вот закрытие кутикулы препятствует вымыванию цвета на морях, когда там соль, там все, соленая вода, солнце, все это сжигает. Соответственно, это тоже очень хороший уход на отдых, если предлагать. Маска является дополняющим компонентом в этой линии. Она может использоваться как кондиционирующее средство, распутывает волосы,
Вот. Либо ее можно использовать уже как завершающую процедуру тоже после окрашивания. То есть нужно нанести, выдержать там, минут через 10 и уже после этого смывать. Тоже все можно разбавлять с водой. Ампулы, вообще все ампулы, которые у нас представлены, они все не смываемые, за исключением одной, это зеленой. Вот, проще так запомнить. Все не смываемые, кроме зеленой. Зеленую нужно смывать. Красная ампула, она ориентирована как раз-таки на сохранение цвета, добавление каких-то ярких нюансов, оживление цвета, какого-то интересного модного окрашивания. Ее можно из нее делать процедуру. У нас многие клиенты сейчас уже в курсе того, что можно смешивать ампулы с масками. Они охотятся за вот этими интересными решениями. И как раз вот все ампулы и маски можно между собой смешивать, наносить на влажный волос, выдерживать, допустим, под пленочкой, под феном. Потому что во время нагревания там кутикула открывается, и все питательные вещества не проникают вглубь волоса. Вот. И можно как раз-таки вот из этих двух элементов сделать процедуру домашнюю. То есть одну ампулу добавляем в одну порцию маски? Да, ну буквально порция маски, ну где-то 3 столовые ложки. Если вот так вот отмерить, в мисочку добавили, ампулку туда выдавили, перемешали, на влажный волос нанесли, пленочкой пищевой даже или шапочкой специально накрыли. То есть можно порознь использовать, можно вместе? Да. Вот. Это у нас для окрашивания. Тоже серия для окрашивания, мы ее не завозили. И следующая интересная очень серия бамбук. Это очень хорошая линия, она очень легкая для тех, у кого проблемы именно с жирностью кожи головы. Вы знаете, приходит, у меня через день я голову мою, ничего не помогает, сразу же там сало на волосах. Вот это как раз таки идеальная линия вот для таких людей. Сохраняет естественный объем, не утяжеляет волосы никаким образом. И вот бамбуковые ампулки, про которые я говорила, что они смываются, они, да, их нужно выдержать на волосах, там, можно часик, допустим, выдержать. На волосах или на коже головы? Нет, на волосах. Это на волосы, да. Очень хорошая особенность тех, что запаивают секущиеся кончики. Прям результат сразу виден. Очень прям хорошо восстанавливает высушенные такие волосы блонд. Какой-то обесцвеченный тоже вариант. То есть они идут как тонизирующее средство, плюс восстановление вот таких проблемных зон на волосе. В целом, вот бамбуковая вся серия, она также очень так нежно пахнет зеленым чаем, остается такой приятный аромат. Поэтому ее можно также рекомендовать мужчинам. Для мужского ухода или мужские салоны, мастера, вот они ищут какое-то средство. В принципе, вот для мужчин это очень нейтральный аромат. И причем, ну, у мужчин все-таки такой натуральный, естественный волос. Нужно что-то легкое, какая-то продукция. Вот как раз бамбуковую серию можно им рекомендовать. Очень нравится. Так, это у нас по бамбуку. Следующая линия у нас шоколадная. Это фишка, пожалуй, вот этого бренда всего Натурапел. Очень его любят все девушки, без исключения. Да, это мы уже послушали, да. Уже небольшие любители шоколада, поэтому мы не прошли. Да. На основе этой серии, вот этой линии шоколадной, есть различные спа-процедуры, в том числе для домашнего ухода. Точно так же можно ампулы с маской смешать, сделать, можно прям говорить, это антистресс, шоколадотерапия, шоколадное обертывание для волос. То есть, ну, в принципе, я так понимаю, шампунь, естественно, там для частого использования можно маску в качестве кондиционера тоже. Или так терапии, же. Да, а это, если это, уже да. делать так, ну, оставлять на 10-15 минут, получается лучше смешивать ампулы с маской. Ампулы с маской вообще можно на час, на два. Да. То есть можно отдельно масочку на 15 минут нанести, немножко там крабиком подержать, да, и пока там какое-то дело делаешь, там походить. А вот если еще на 2 часа оставить, то там эффект разглаживания идет, поскольку у нас шоколадная линия, она ориентирована на как раз-таки разглаживание. А разглаживание это имеется в виду просто структуру волоса по всей длине или же, допустим, кудрявая, если она прямая станет? Она станет не прямая, у нее будут более послушные такие волосы, да, более податливые, я да, так понимаю. Но не волны, а именно будут такие более разглаженные эффекты. На основе этой процедуры, на основе этой линии есть специальная процедура выпрямления до 2-3 месяцев,
которая держится, то есть там без формальдегида, без химического выпрямления. У нас химик-технолог, он как раз таки вот посмотрел вот эти все компоненты, тут 10% масла какао содержится, и в связи с этим вот эти жирные кислоты, если их под тепло подержать, он выдержит климазоном, затем утюжком выпрямляет сам шампунь, там такая очень интересная процедура. И если вот все эти этапы соблюсти, то получается выпрямление до 2 месяцев вообще без проблем. Я вам также могу на электронную почту выслать эти процедуры, потому что у вас же мастера тоже приходят, они в курсе всех этих новостей. Вы можете в распечатанном виде даже что показать, чтобы есть такая процедура на основе этой косметики. Я думаю, это очень заинтересует, потому что все равно за выпрямлением все всегда гонятся. Да, к нам приходят с внешними волосами, говорят, дайте мне что-нибудь. Чтобы я нанесла, у меня были прямые волосы. А прямые приходят, говорят, дайте мне, чтобы я стала кудрявая. Да. Это можно пальцем найти. Кудрявые. Да. Так, здесь у нас что еще интересует? Новый продукт появляется. Если в тех линиях ухаживающих у нас только маска, шампунь, ампула, то здесь появляется еще спрей. Спрей у нас идет под утюжок. Под утюжок? Да, он специально под утюжок, выпрямление до первого мытья головы, но это выпрямление, оно фиксируется очень хорошо, то есть даже в самую влажную погоду, вот как раз сейчас сезон дождей и так далее, очень хорошо выдерживается, вот само разглаживание. Это получается после мытья на влажные волосы? На сухие можно. На сухие? То есть можно подсушенные, либо полностью сухие волосы. Но в любом случае под утюжок, то есть не влажные волосы пускай, нужно подсушить. Да, конечно. Да. Понятно. Вот, он без фиксации? Он без фиксации, попрядно его отпрыскивают на волосы и затем выпрямляют, и эффект очень хороший очень получается. И еще запах аромата присутствует, да, на волосах. Меня подкупает, чтобы вот шоколадом пахнет. Поэтому там такой молочный шоколад на волосах, прям очень вкусно все это получается. То есть это не химическое выпрямление, это выпрямление до мытья головы, но очень хороший эффект идет именно против влажности, очень стойкий. Это у нас шоколад. Следующая линия у нас состоит аж из 8 продуктов. Это линия Керактив. Ну, по названию уже понятно, что содержание кератина там присутствует, активного кератина. Также есть продукт Pure, он в коробочке вот так вот выставлен. Там запатентованная технология биомиметического кератина нового поколения, очень такая современная разработка. Вот, кто ищет что-то прям супер такое мощное, именно которое работает в глубине волоса, прям срочно все восстанавливает, то можно рекомендовать вот это как панацею, в принципе, от всех видов повреждения волоса. То есть, по сути, вот эта вся линия Керактив, она направлена на волос очень поврежденный после каких-либо химических процессов, после обесцвечивания, после каких-то неудачных укладок, там, травматичных для волоса. Вот. И там много таких защищающих средств, которые тоже можно рекомендовать в качестве с собой в отпуск. Здесь у нас также есть шампунь, маска, ампула, как в любой ухаживающей линии. Они все направлены на восстановление и очень легкие по текстуре. То есть, в принципе, вот, тем людям, у кого жирная кожа головы, им тоже можно рекомендовать вот эту линию. Она очень легкая. А вот маску на кожу головы можно наносить? Ну, маски все вообще, в принципе, не надо наносить на кожу головы, в этом нет никакой необходимости. То есть, как вообще правильно мыть голову изначально? Вы наносите, вы шампунь немножечко разбавляете водой, наносите и кожу головы как раз-таки массируете. Очень хорошо моете кожу головы, а волосы вот этой мыльной водичкой. То есть волосу самому нет необходимости вот самой этой концентрации шампуня. Хорошо, главное промыть кожу головы. После того, как вы это смыли, то можно повторить эту процедуру. Вы уже наносите маску на всю длину волос, но не на корни. И таким образом получается идеальный объем. Потому что если наносить маску на корни, объема не будет. Да. Вот, если плохо промыть кожу головы, ну, без шампуня, там, не сделать массаж, то же самое. Объема не будет, будет быстро жирниться. Вот, поэтому, в принципе, можно лишний раз клиенту, если есть свободное время, эту особенность рассказать. Но это касается любой вообще фирмы, любого бренда, это такие обычные правила мытья головы. Ампулки 911, то есть скорая помощь для волос, по сути, они являются. Там тоже содержание кератина, они такие по консистенции, по концентрации такие очень непрозрачные. Сами ампулы, они очень большие, вот все линии.
если вы обратили внимание, наверное, уже все привыкли у нас клиенты, что они маленькие. Ну, кто-то еще. Да, там они очень хорошо упакованы. Mm-hmm. И всего здесь 12 штучек по 15 миллилитров. То есть для дорогих фирм, европейских, это, в принципе, очень большой объем. При этом они такие очень концентрированные, опять же. И то есть вот одной ампулы на длинный волос вообще хватает отлично. Mm-hmm. Да, мы получим. Вы поштучно не продаете ампулки или только вот коробочкой? А коробочкой, да. Следующее средство у нас в линии, это All in One, это масло для волос. Оно у вас находится где-то здесь. Ну, по названию уже понятно, что, в принципе, оно содержит в себе очень, сочетает очень много функций. В первую очередь, это термозащита, склеивание секущихся кончиков запаивания. Затем это дополнительный блеск, плюс это добавление шелковистости волос. То есть, по сути, оно работает как масло, но его также можно наносить под утюжок, под фен, без проблем. Что касается основы, то это силиконы нового поколения, которые вымываются с первым же мытьем головы. Угу. Вот, плюс 11 аминокислот и жирные кислоты там также присутствуют. Как уже там многие у нас клиенты приходят, часто задают вопрос, что силикон не вымывается, только без силикона. Они просто привыкли к той школе, когда были такие очень жесткие силиконы, накапливающиеся. Да, сейчас-то они уже такие современные, микромолекулярные. Это нужно тоже так объяснять людям, чтобы выводить их из этого заблуждения. Вот. Оно не смываемое, то есть наносим вот до укладки любой. В принципе, можно и после укладки просто чуть-чуть кончики так сделать. Да. Оно глянец волосам придает? Какой? Глянец? Да, блеск, там идет шелковистый, глянец очень красиво там смотрится. При этом оно не тяжелая структура, потому что есть масла, мы тоже сравнивали с конкурентами, а есть масла, они прям такие очень жирные. Чуть-чуть переборщил и все там уже. Да, нужно, по-моему, мыть волосы. Да, мыть волосы. В данном случае очень она легкая консистенция, то есть там понемножку наносить, чуть-чуть просушить феном, если вдруг переборщил человек, вообще нормально там получается. То есть вот такой проблемы с жирностью здесь нет. Следующее средство это у нас крем для волос 911. Uh-huh. И есть еще один крем Pure. Вот про Пьюр я уже вам начала говорить, про абиоминетический кератин, вот как раз в коробочке. 911, он у нас находится здесь. Оба они с такими носиками, которые удобно выдавливают крем. Вот. А, оба направлены именно на укладку, на влажный волос можно его наносить и уже с феном высушивать. 911 это очень такое быстрое, мгновенное восстановление волос поврежденных, то есть если человек, у него волосы жутко повреждены, там сыпется, что мне их сожгли, что мне делать. Вот как раз можно ампулы 911, средства 911 предлагать, потому что результат уже идет после первого же применения. Угу. Очень хороший результат. А Pure, его же можно предлагать уже, когда у человека вообще проблемы сильные с волосами, уже паника, что делать, уже просто там, да, все там уже плохо у него с волосами. Вот это как раз средство, оно действует прям изнутри. Все восстанавливает. Можно его, допустим, сочетать с ампулами, чередовать там, если моет голову, там один день ампулы, другой день вот Pure. Ну и также вот это тоже можно чередовать с ампулами, по сути, вот как уход. Вот. Поэтому, если что, мы предлагаем эти два средства. И есть два очень популярных, очень хорошо продаваемых средства. Это два двухфазника. Ревитализинг, который побольше, и Протект, который немножко поменьше. Такие тоже очень всем нравятся. Угу. Чем пахнет? Это какой-то знакомый аромат, но да. Вот какие-то. Да. Какие что? Я вот. Это средство мы можем предлагать, разумеется, для кондиционирования, кто любит легкую укладку, не утяжелять волосы ни маслами, ничем, ни кремами. Просто попшикать какой-нибудь водичкой и вот феном высушить. Идеальное средство, потому что оно распутывает волос, также помогает очень хорошо распутывать. Очень смягчает и именно создает такую легкую текстуру. Вот для любителей легких укладок очень хорошо подходит. Плюс увлажнение обалденно. Я так понимаю, в основном для тонких волос. Не обязательно. Вот у меня такой волос пористый, толстый, вот я его больше всего люблю. Просто потому что дает такую очень легкую текстуру, прям ненавязчивую, незаметную. И его можно очень хорошо предлагать для детей.
для девочек, вот у кого-то длинные волосы, мамы любят что-то попшикать. Вот у нас в офисе с детками есть, все мамы покупают это же средство. И, очень всем нравится. Ну и запах такой приятный для детей все-таки. Поэтому, если что, для детей можно рекомендовать это средство для укладочки, распутывания и так далее. А второе средство вот из двух фазников, это у нас протек. Оно у нас уже является таким мощным щитом. То есть это вот под термозащиту, вернее, в качестве термозащиты очень идеально подходит, под утюжок прекрасно. Даже можно сделать эти щипцами локоны с ним же, очень хорошо. Она не дает именно фиксацию, можно сделать, допустим, нанести, локон сделать, и когда такой получается... Линейный локон, вот как раз его можно использовать, потому что он дает мощную термозащиту от всех этих повреждений. Кому вот нужна защита, вот это то самое средство. Плюс очень классный блеск. У него, она даже такой перламутровой упаковочке, лишний раз подсказывает, что там вот блеск как раз и защита. То есть да, этот локон очень красиво делать на нем. То есть попшикал, локон сделал, и он прям блестящий и такой струящийся получился. И шелковистость также дает. Под фен тоже можно использовать, кому попозже нравится. Следующая линия у нас Force System. Force System является линией против выпадения волос. Состоит из двух продуктов. Первый продукт у нас шампунь, который является именно подготовительной процедурой к принятию всех компонентов из лосьона. В коробочке с лосьонами у нас две бутылочки. Да, два спрея. Вот. Один из них днем, по-моему, другой ночью. Ночью это ночной. Где это днем. Очень удачно совпали у нас слова с испанским языком. Не запутаешься, в принципе. Здесь очень высокая концентрация всяких компонентов, типа гиалуроновой кислоты, экстракта винограда, масел жжоба и различных ментоловых компонентов, которые как раз стимулируют циркуляцию крови в коже голове. И, соответственно, вот рост волос. Просыпаются фолликулы, спящую, и начинается активный рост. То есть его, эту комбинацию можно придавать не только тем, у кого проблемы с волосами в плане выпадения. Ее можно предлагать девушкам, например, которые поскорее хотят отрастить волосы. Понятно. Это рост идет, да? Да. То есть просыпаются вот спящие луковицы, и все остальные начинают активнее расти. Соответственно, у некоторых еще бывает проблема, не то, что у меня волосы выпадают, но они у меня медленно растут, в том плане, что я подкрашиваю волосы аж раз в 2 месяца, очень медленно прям чувствуется. Прям вот бывают такие девушки приходят, вот, пожалуйста. Как раз таки, чтобы растормошить луковицы спящие, немножечко тонизировать их. Вот, пожалуйста, хорошее средство. Как его лучше использовать? Как витамины, по сути. Насколько вот вы знаете, витамины 2 раза в день, если пить нужно, то желательно, допустим, в 9 часов утра, в 9 часов вечера. Это абсолютно со всеми вот такими компонентами. Систематизировать. Да. То есть, если вот систематизировать, себя приучить, что в 9 часов утра я наношу утренний лосьон, в 9 часов вечера я наношу ночной лосьон, то эффект будет максимальным от возможного. Вот. Абсолютно, вот как в аптеке, если вы придете, вам то же самое скажут на любые витаминки. Поскольку он не утяжеляет? Он вообще не утяжеляет, но если, вот, допустим, мы говорим о тех людях, у кого склонны к жирности, кожа головы изначально жирная, то там утяжеление все равно будет по-любому, поэтому им просто надо будет каждый день мыть голову шампунем с утра. А у кого нет утяжеляющего такого эффекта, кожа головы нормальная, то, в принципе, они также могут мыть голову через там, день, через два, без проблем. Сильного утяжеления нет, но там такая текстура очень легкая. И главное, конечно, наносить на кожу головы, соответственно, чуть приподнять волос и попшикать на корень. И немножко массировать. Очень легкий массаж, там не нужно ничего соскребать, выскребать, втирать. Понятно. Такой легенький, чтобы немножечко такую циркуляцию крови наладить. Вот. Пахнут они ментолом. То есть помыть чем каждый раз при применении вот этих средств. Дня и ночи не обязательно мыть волосы. Если жирный волос, жирная кожа головы, то можно. А так, да. То есть, соответственно, можно, допустим, с утра кто-то на ночь, наоборот, любит мыть голову. Помыл голову, на чистые корни сразу же попшикал, лег спать. При этом вот этот лосьон, он не пачкает ни постельное белье. То есть вообще можно даже не пришивать такую голову. Там текстура легчайшая, но при этом концентрация компонентов очень высокая.
Вот, то есть человек, допустим, а сколько мнений пользуется? Ну, вот это как курс идет, рассчитан на один курс целый. Угу. Можно пшикать вот каждый день, и прям вечером и все. Вот. Не обязательно мыть голову каждый день, прям вообще не обязательно. А вот, ну, предположим, вот эти два средства день и ночь можно совмещать другие. Ну, если, допустим, у покупателей есть уже свой шампунь от нападения, оно как-то нейтрализует действие друг друга. Они не нейтрализуют, он может использовать свой шампунь, но нужно объяснять, что пусть так моет голову правильно. Это самое главное, да. То есть. Там далее у нас серия продуктов. Это масла для волос. У нас уже одно масло было в линии Керактив. Это у нас три других масла. Они очень, если там у нас содержание кератина идет, именно восстанавливающий эффект еще есть. Здесь именно ухаживающее такое средство, как стайлинг, можно сказать. Плюс все они запаивают также секущиеся кончики. Почему здесь три масла, да? В чем их различие? Да, абсолютно верно. Для разных типов волос, но компоненты там все те же самые. Состав один и тот же. Почему же они разные? Разные они в связи с тем, что там концентрация компонентов разная. То есть для одного типа волос жирная кислота в такой-то пропорции будет жирнить волос, для другой, наоборот, хорошо увлажнять. И остальные компоненты точно так же отвечают за все эти моменты. У нас есть апельсин для сухого типа волос. Он является таким наиболее увлажняющим, наиболее таким зажирняющим в плане уплотнение волоса вот пористого. То есть сухой тип волос, вьющиеся, пористые волосы, апельсин идеально подходит. Да. Затем у нас есть бриллиантик. Он подходит как раз таки для жирного типа волос. Это вот кому мы предлагаем серию бамбук. Вот бриллиантик мы предлагаем. Там самая легкая текстура у этого желтенького лосьона. Вот. И ну, на корни волос, конечно, ничего не наносим, только на кончики и по длине немножечко так для придания гладкости. И третий тип – это у нас фруктовая экзотика. Он подходит для окрашенных волос, и как раз-таки можно его брать с собой вот в отпуск, на моря, в принципе, каждый из них. Но если у девушки какое-то очень красивое окрашивание, дорогое, она хочет его сохранить подольше, то предлагаем фруктовую экзотику. Там как раз таки вот эти все компоненты, которые закрывают максимально кутикулу и не дают вымываться цветом. Далее у нас такая супер стайлинговая линия. Вот сейчас она недавно только у нас появилась и уже завоевала сердца наших клиентов, таких очень интересных мастеров. Это Инстафриз. Здесь у нас есть три продукта. Лак с газом, пена и лак без газа. Лак без газа, причем есть двух объемов. Вот мастерам, если удобнее, чтобы экономный вариант больше был, они берут вот такую литровую бутылку. Тут же идет бесплатно. Это сам флакон, да? Да. А мы его трясем, понять не можем. Оба полные крокодил. Вот он в таком виде выглядит, и к нему вот бесплатно идет вот такой пустой флакончик, потому что из него уже неудобно будет использовать. Вот, поэтому они такой сделали дозатор, прям сразу, который идет вместе с ним. Это мастерам очень удобно, там очень экономно получается, вот если по цене даже посмотреть. А какой продукт для каких укладок мы будем использовать? Для начала я скажу, что этот стайлинг, он является ухаживающим, потому что он основан на пантеноле. Но пантенол, вы знаете, да, что он заживляет, вот когда ожоги у людей есть, покупаем, наносим, и идет заживление кожи. Волос, в принципе, он имеет ту же структуру, что и кожа, там тоже вот, все эти клетки кератиновые и так далее. И поэтому пантенол на волосах, он так же работает, как и на коже. То есть он идет заживление. Когда вы тут же феном или утюжком или щипцами волос травмируете, там же все равно идет травма какая-то. И тут же этот стайлинг, он с пантенолом, он его заживляет. То есть, по сути, этот стайлинг, он нейтрализует вот действие вот этих всех средств. Имеет в себе вот как раз-таки эту очень важную термозащиту. Лак сильной фиксации у нас идеально подходит для таких очень красивых легких укладов. Волн, там все локоны можно носить. То есть там прям в полете можно этот локон поймать, и получается очень красивая вот такая эффектная прическа. При этом он не утяжеляет, не делает вот такой слипшимся вот этот локон, такого вообще нет. Прочесывается на утро вообще идеально. То есть можно еще, ну я, например, делаю иногда с лаком, ну, локоны как-нибудь поделаю, напшикаю,
а потом немножечко с зубьями, с такими редкими расчешу. Да. Да, проходила целый день и еще два дня. Потом после этого у меня такие аккуратные волны. То есть расчесывается и не утяжеляет, главное, не загрязняет волос. Вот. И инстафриз — это вот такое название, которое замораживание вот в полете. Как раз таки, здесь вот такие эти волны изображены как раз в полете. Вот, а вот насколько устойчивы в влажной погоде? Очень хорошо, очень устойчивый, да. Но вот главное, самая вот эта фишка, что он и устойчив, и ее и незаметно вот этого лака на волосах. То есть кажется, что укладка очень естественная, натуральная, но при этом она получилась вот как вы хотели. Как бы, вот как вы щипцами ее положили, как вы ее зафиксировали, она так и держится. Вот. Но для вот таких подиумных, свадебных, вот этих супер причесок она не подойдет, если только не делается какая-то красивая специально легкая. Вот. Поэтому для подиумных она не подойдет. Есть еще другой лак, это без газа, жидкий лак, как раз таки вот в большом объеме и в маленьком. Он идеально подходит для начесов, для прикорневой зоны поднятия объема такого мощного. И плюс он очень хорошо идет для такой гибкой укладки, эластичной. То есть им можно попрыскать и феном вот так вот повытягивать, вот такие волны делать прям феном. И вот как раз-таки этот лак, он обеспечивает вот такую эластичность. Он не быстро сохнет? Он сохнет очень быстро, то есть под феном очень мгновенно высыхает. Если его также можно вот фиксировать в конечный результат им же, и сохнет тоже быстро. Но я иногда, если им фиксирую, я чуть-чуть просто феном так нагреваю, и он тут же мгновенно высыхает. И третий продукт — это у нас пена. Она является увлажняющей и утолщающей волос. То есть она визуально добавляет объем волосам очень мощный, не зажирняет, и по структуре она такая очень сухая. Покажу. Вот она. Можете посмотреть, она вот не жирная абсолютно, она прям такая легкая-легкая, как снежок получается. И вот на волосах она тут же как бы исчезает визуально, нет никакого утяжеления вообще абсолютно. Водянистая, не только водянистая она. Она как крепкая могла. То есть ее прям можно вот нанести, она прям такая очень легкая-легкая. Я ее даже иногда наношу не то, что для укладок таких сложных, а просто под фен. То есть она, ее можно рекомендовать для тех, у кого тонкий волос. Просто даже вот как у вас. Она придает плотность, скорее всего. Дает плотность очень хорошую, но при этом делает не волос таким не деревянным, а увлажненным шелковистым. Очень классное средство для локонов также. В принципе, специально для локонов она изначально есть, ее функция основная. Вот. Но вот под фен также можно ее использовать и для объема. Прикорневого тоже идеально подходит, там прям такая вот такую можно сделать. Очень густую такую гриву себе вообще не справляем. Вот это у нас стайлинг. После стайлинга у нас идет серия Vio. Vio является также брендом мексиканским с этого же завода. Вот, он у нас отличается от основной линии тем, что тут больше ухаживающих компонентов, еще больше концентрации. Если здесь концентрация и так очень высокая относительно всех других шампуней, масок, то здесь она еще больше. Тут также в каждом продукте есть гиалуроновая кислота. Здесь не во всех продуктах есть, а здесь она вот прямо во всех. Гиалуроновая кислота, она сама по себе имеет омолаживающие свойства, то есть клетки волоса она заживляет, омолаживает, вот, регенерирует. У нас здесь есть 5 линий. Первая линия желтенькая. Увлажняющая. Она увлажняющая, да, очень хорошее увлажнение дает волосам. В принципе, вот как альтернатива керактива идет. Если керактив только у нас именно на восстановление плюс увлажнение, здесь чисто увлажнение идет. Но здесь очень хорошее средство в плане именно такой термозащиты есть. Например, вот с носиком средство. Там оно есть. Вот оно. Нутритива, которая. То есть здесь по колпачкам очень удобно ориентироваться. Вот это средство с носиком, это крем. Так же, как 911, так же, как Pure. Вот все с носиком такие средства, это все крема, кремообразная текстура у них. А вот.
шампунь, кондиционер и маска. То есть если у нас здесь шампунь, кондиционер, маска, они вместе в одном комплекте, то в Vio они иногда уже разделены заранее. То есть одну берут для именно кондиционирования, распутывания волос по примыте, а другая уже для такой терапии домашней. А вот, а, допустим, там шампунь, кондиционер, понятное дело, всем, ну, я имею в виду, комплектируется увлажнение. А вот крем, это получается потяжелее по своей текстуре для толстых волос. Крем, а который... спрей? Крем, он идет как укладочное средство уже. Если это мы смываем во время мытья головы, то это у нас идет уже под укладку, под фен. Ну это да, но я к тому говорю, что для тонких волос он тяжеловат, наверное. Нет, он очень легкий. Очень спрей легкий. Тоже самое. И спрей тоже легкий. Просто здесь вот такой момент, что человек уже любит спреем шикать, либо кремом использовать. То есть тут именно такой момент, что человек привык использовать именно в домашних условиях. Да. Потому что некоторые приходят, мне чисто спрей нужен, все. Вот спрей, и ничего больше не хочу. А другие придут, мне все что угодно, кроме спрея. И вот как раз для вот этих моментов здесь есть чем поиграть, с какими средствами. Есть спрей, в этой линии есть крем. То есть уже вот, да. Оба они направлены на термозащиту, плюс направлены на увлажнение. То есть уже, что больше нравится человеку, он выбирает. То есть весь комплект, в принципе, нет необходимости человеку брать домой. Причем вот эту маску, она также обладает очень хорошими кондиционирующими свойствами. То есть здесь вот как вариант. Человек приходит, он может взять шампунь, маску и один из этих средств. И маску используется и как терапию, и как кондиционер. Либо он говорит, у меня временно масок нет вообще никакого, дома я маски не делаю, мне просто кондиционер, тогда просто берет кондиционер. Он подешевле получается, и ему поудобнее. Следующая линия у нас середина. Это окрашивание. Здесь у нас так же, как вы видите, есть и шампунь, и кондиционер, и маска. То есть аналогичная система. А здесь линия уже рассчитана именно на защиту цвета, при том на завершение процедуры окрашивания тоже можно использовать. Да, тоже кислая среда у всего. То есть маска, она прям пост-колор называется. То есть ее можно прямо вот после того, как посмыли краску, ее нанести. Шампунь тоже самое. Либо с собой в опуск. Человек берет и там ухаживает за своим цветом. То есть вот аналогичная система, как и красная. Здесь у нас спрей только есть. Вот этот спрей, он очень хорошо используется. Его в качестве аквалайзера. Аквалайзер это, то есть, если у человека очень чувствительные волосы, кожа головы, окрашивание, очень чувствительное бывает такое. И его можно наносить прямо перед процедурой окрашивания. Чуть-чуть попшикал, немножко феном высушил, а потом уже краску наносил. Вот, то есть предварительная процедура окрашивания, вот можно взять спрей. Это очень хорошее средство. Следующая линия у нас зеленая, блеск. Несмотря на то, что она добавляет блеск, казалось бы, за счет жирности блеск теоретически может быть добавлен. Здесь вообще не жирная среда и очень подходит для того же типа волос, что и бамбук. То есть для жирных. Да, то есть здесь вот очень удобно. То есть красный у нас с красным аналогом, зеленый с зеленым. Вот здесь тоже для жирной кожи головы очень подходит. Очень легкие текстуры. Блеск он за счет вот этих всяких перламутровых нюансов вот здесь образуется. Здесь у нас появляется уже третий двухфазник. То есть у нас первый был кондиционер, который детям можно предлагать, в том числе легкий. Щит для волос двухфазный. И появляется третий двухфазник. Он у нас уже ориентирован на тонкий волос. Потому что, в принципе, у большинства, у кого жирная кожа головы, у них волос тонкий. Он уплотняет, утолщает волос и визуально делает его гуще. Мастерам вот, парикмахерских очень нравится, потому что сразу же человек выходит с такой гривой, потому что он это средство использует на волосе. Ну и блеск также добавляет шелковистость, текстура, термозащита. То есть здесь вот больше на тонкий волос нужно. Щит, тонкий волос, легкая укладка, дети. Таким образом их можно разделить. Вот здесь у нас уже кондиционера нет, соответственно, маска выступает в роли кондиционера. Шоколадная линия, Vio, шампунь, маска. В принципе, абсолютно аналогичные линии Nutrafol обычные.
тут абсолютно аналог, за исключением того, что здесь вот как раз-таки больше вот этих гиалуроновых кислот и других всяких компонентов, таких из премиум серии, которые обычно используют. Также содержание натурального масла какао как в той линии есть. И его точно так же можно использовать в качестве домашних процедур и в качестве вот процедуры с, до 2 месяцев. Применение, которое я говорила, ее тоже можно в нее включить. Вот. Если вдруг там закончился такой, этот шампунь можно предложить как альтернативу шоколадный био. Дальше у нас идет средства для укладки уже из серии Вио. У нас есть здесь лак без газа, его сейчас на наличии нету, да, и у нас он тоже закончился, его все очень активно разобрали. Он очень классно идет как прикормовой объем. Как устер-спрей есть, такие просто на кожу можно наносить. Очень здорово он укладывал, то есть вот мы его скоро ожидаем, он появится, и уже выставите его успешно. Вот там такой очень легкий цветочный аромат, ненавязчивый. И также для каких-то укладок, фиксаций таких легких он очень хорошо подходит для начесов. И у нас есть 2 средства, это паутинка и волос. Идеально для мужских укладок, коротких волос, для женских таких модных стилистических решений на короткие волосы. Соответственно, мастерам что больше нравится, воск либо паутинка. Они уже все в курсе, что такое паутинка. Да. То есть там просто чуть-чуть разогреть и вот прям так подкручивающими движениями наносить такие волокна. Потому что некоторые мастера любят просто воск нанести, а некоторым шоу еще нужно устроить перед своими клиентами. Там пока клиент сидит в кресле, они там еще похлопают, там всякие эти... А он с фиксацией идет? Да, с фиксацией. Фиксация хорошая, к увлажнению очень хорошо оно сопротивляется, устойчиво, да. Вот поэтому тут именно уже идет по тому, что человек больше любит использовать. Там степень фиксации сильная, фиксация средняя. Да, там не сильная. То есть поставить ракес не получится? Нет, не поставить ракес, а именно какие-то такие пряди сделать. Ага, выделить. Да. Закроечка. Да, вот где-то так. Вот, это у нас поставили. И мы забыли сказать, что у нас есть еще вот одна масочка. Которая вышла краска, да, красная, желтенькая, внутри тих. Очень мастера любят за объем, экономный объем получается, концентрация при этом там очень мощная, но вообще его очень надолго хватает. Чисто для завершения процедуры окрашивания. Там кислая среда, и в составе есть кератил. Кератил – это белок нового поколения, он как раз-таки схож с белком, который входит в состав волос, и таким образом, проникая внутрь, он забивает вот эти пустоты, которые образуются после окрашивания, после там каких-то нагревательных всяких процедур, укладок. Ее вот можем предлагать мастерам. Ну, некоторые у нас клиенты в розничном. Но это как на удержание цвета и на укрепление волос, да? На удержание цвета, на восстановление после окрашивания и на завершение процедуры окрашивания можно использовать. Вот, в принципе, мы по всем продуктам прошлись. Какие-нибудь вопросы, может, из опыта личного? Это вот все, что есть или что-то есть, что, в принципе, в магазине не выставляется, только для работы в салоне? У вас сейчас выставлено все, вот, за исключением лака, которого сейчас нет наличия, да. Вот этого. И сейчас будет очень много новых линий. Вот мы их сейчас получим. И красок у вас нет. Красок, да, у вас тоже есть. Есть просто краски, которые только в салонах. А эти краски, они, в принципе, в магазинах. В магазинах тоже, да? Они специально рассчитаны как раз для продаж в магазинах. Это вот в одной коробочке идет 2 тюбика. По 50 миллилитров. Причем пропорция смешивания 1:1. То есть мастера вообще в восторге от этой, от этого варианта. То есть одной вот этой, одного тюбика хватает на окрашивание такого нормального среднедлинного волоса. Там оба тюбика одинаковые или нет? Они одинаковые. Абсолютно одинаковые. То есть зачем берут 2, чтобы один выдавил, второй, чтобы не окислялся. Или, например, там корни подкрасить просто кому-то нужно. То есть очень удобно именно в пользовании и в домашних условиях, потому что по цене там получается, если вот даже один тюбик взять, дешевле стоит, получается, вот один этот тюбик. Тут и пропорция смешанная совершенно другая. Ну, средняя цена сколько? Около 500, наверное? Сколько мы в розницу берем? 300, по-моему. 300 рублей, вот 100 миллилитров пропорция смешанная. Да, да. Вот. И второй краситель – это Color Tech. Тут уже идет 90 грамм
Но при этом там все 100, поскольку в мексиканском законодательстве они обязаны указать меньшее количество грамм, чем есть на самом деле, потому что предполагается, что мастер какое-то количество он оставит внутри тюбика, вот, а мы взвешивали там все 100 грамм на самом деле. Вот. Так-то 90 грамм, пропорция смешивания 1:1 идет вместе с оксидиками. Вот они также есть в маленьком объеме, очень удобно, то есть прям сразу же продаются. Здесь 135 мл, 90 грамм, 1:1, вот идеально получается сочетание. А вот, есть литровые оксиды для мастеров, кому удобнее, побольше взять. И есть также в этой линии суперосветляющая серия для поднятия до 5 уровней. 900, 901, 902, 912 номера. Нумерация красителей идентична европейскому, очень понятно, то есть там пепел единица, там двойка перламутр, все очень четко. Плюс еще дополнение вот к этой всей линии окрашивания, я вам скажу, что вот у нас здесь пигмента в 6 раз больше, чем в любом европейском красителе. То есть вот по сути, вот этот краситель, он идеально подходит для седого волоса. Плотность пигмента очень сильная, то есть вот для стеклянной седины, кавказского волоса, резистентного волоса идеально краситель. Здесь пигмента намеренно сделали поменьше, он подходит для нормального типа волос. Если, допустим, речь идет о седых волосах, то здесь тоже также используется база с оттенком. Да, то есть там нет, там, и причем вот все оттенки, все палитры, они все направлены на закрашивание седины. Потому что вот в европейских есть только там, допустим, 5-0, например, вот с нулями. Это вот типа для седины, а все остальное так. А здесь вот вся линия, она вся направлена для седины. Тут везде усилены концентрации пигмента. А в этом красителе ее поменьше, но дополнительно продаются капельки. Усилитель цвета, да? Вот это усилитель цвета, эти капельки, есть в 2 мл в маленьком пакетике. Они уже порционно разделены. На однократное окрашивание. А есть вот 30 мл, это мастерам очень удобно использовать. Там буквально чуть-чуть, несколько капелек можно добавить в красящую смесь. И пигмент уплотняется до вот этого. Таким образом получается. А наоборот, например, если у вас есть кироколор, а волос нормальный, тонкий, и нет необходимости так много добавлять пигмента в волос, то можно разбавить 1:1 с оксидом. Так использовать? С оксидом. Без проблем. То есть это еще даже выгодно получается для мастеров и для всех. Вот. Средство, вот это усиление пигмента, он работает таким образом, что тут база пигмента идет, коричнево-оливковая, вот такая же, как у всей палитры, поэтому его лучше использовать только с этим красителем, поскольку с другим там другая основа, там где-то у кого-то может быть зеленая база, у кого-то может быть перламутровая база, и там уже будет диссонанс вот этих пигментов, то есть идеально вот подходит именно к нему. И он также используется в процедурах, которые он вышел отдельно от всего, без краски, он используется там для, по-моему, загара, Оксиды 4 там вида, 3%, 6, 9, 12 соответственно. То есть у них нет 1,9, да? Нет, такого 7. Нет, вот, но там тоже есть, если мастер приходит, он знает, что в принципе можно этот оксид смешать с любым шампунем для окрашенных волос, получить как раз таки активатор, по сути, 1,9. Да. Это уже мы не даем рекомендацию частному лицу, а если человек просто спрашивает, как бы, а можно ли смешать с чем-нибудь, то это любой шампунь для окрашенных волос, он подходит для того, чтобы получить именно меньше процент. Вот. А для проблем с ростом волос у нас какая серия? Вот здесь там шампунь, да. День и ночь. Можно использовать с любым видом шампунь. По поводу линии, которая у нас появится еще, я начала говорить, у нас будет линия специальная для кудрявых волос, для создания четкости локон красивой, там с персиком, такая бывает очень интересная. То есть это будет вот кераксив у нас, а там будет такое отхождение кераксив кёрли. И такое розовенькое, миленькое, все в виде кудряшек как раз. Там будет отдельно спрей для создания локонов и шампунь-маска для поддержания химии, химической завивки, плюс для вот как раз-таки укрощения строптивых локонов, строптивых кудряшек, вот как раз, чтобы сделать более такие симпатичные завитки, вот ее можно будет использовать.
второе, это у нас появляются две маски со следующим поступлением. Это янтарная и аметистовая. Они именно с эффектом вот этих камней, то есть имеют свойство, обладают янтаря, свойством аметиста, поэтому так называется, в таких ярких банках очень красиво. Аметист фиолетовый, да, который? Аметист, он такой ярко-фиолетовый, надо сказать. Для поддержания цвета идет. Аметист для поддержания цвета, поскольку аметист как камень сам по себе обладает этими свойствами переливания, изменения цветов. И эта маска, она теми же свойствами, по сути, обладает. Янтарная, она для сухого типа волос, проникает внутрь, образует микропленку, увлажняющую сверху, застывает, это можно таким образом сказать. Поэтому вот такие тоже фишки будут сходны. И еще одна линия новая у нас будет, это Suavence, линия технических таких шампуней и кондиционеров в канистрах. То есть там по 3,5 литра, они такие большие, там у нас мастера вот. Технический шампунь, это просто несет функцию очищения и не более. Да, там два шампуня. Один до окрашивания, другой после окрашивания, четко там идет. Потому что один кислотный, другой щелочной. И кондиционер, который вот уже после окрашивания. Щелочной идет до окрашивания, кислотный. Щелочной, да. Щелочной до. Он раскрывает кутикулу, вот туда пигмент туда проникает, и кислотный закрывает кутикулу. То есть там по цене они вообще очень получаются выгодны для мастеров. У нас уже прям очередь за ними ждет выстроена. Вот, из новинок, по-моему, все.